Футбольный клуб «Аркадак», основа сборной Туркменистана, впервые стал победителем Кубка Туркменистана по футболу. Футбол ойны бір дүния юзінде бір миллионларын бір жан көйерлік етіп бір спорт ойны болып тұр. Шул футбол дуушуның қазақлы бір өрен бір қазақлы бол жоқтығыны шу аттын бір көзі етір. Китоп орадын әмі шу дуушықты бір ұлы үстіннік арзу еді. Сегодня состоялся финальный матч Кубка Туркменистана, в котором «Аркадак» встретился с «Ахалом». Матч прошел на стадионе «Аркадак» в одноименном умном городе вместимостью 10 тысяч болельщиков. В финальной встрече 30-го Кубка Туркменистана «Аркадак» одержал победу над «Ахалом» со счетом 3-0. На 29-й минуте защитник Абды Бяшимов открыл счет, забив первый гол. На 52-й минуте этот же защитник повторил свой успех, забив второй гол. Третий гол на 68-й минуте забил полузащитник «Аркадага» Илья Тамуркин. Это был дебютный финал для клуба «Аркадак», представляющего город государственной важности, основанного в апреле текущего года. Ранее клуб досрочно завоевал титул чемпиона Туркменистана. Финал душ колон чин гуйшил депкенне ахал футбол клубунгам таин геленне кудоур душуниядык. Бидем шол максат билен олон гуйшил депкенне таинлана эсасынна аркада футбол клубум эсасы максаты кубой шуун колмуда гирдимекти. Бидем таинлаумады эллен вермедик. Шон эсасынна да Кубу қалдырмак ниетер этти. Менем спорттон пайдаланып қахриман аркадагымда, аркадагыл қахриман сердарымда улы сау болсун айдар. В текущем сезоне чемпионата Туркменистана «Аркадак» и «Ахал» сыграли 3 матча. «Аркадак» выиграл все 3 матча со счетами 5-2, 3-2 и 2-1.